Всем привет, народ. Продолжаем сегодня проходить Кастельвания Circle of the Moon. Да, всем здрасте. Я тоже тут. Так, остановились мы вчера на том, что нашли новую локацию и нас там ёбнули. Так, все ли... Ай-яй-яй, нормально слышно или видно? Ну, видно, я пока рекламу вижу. Окей. Не, нормально слышно и видно. Я просто вот успел кусочек звука услышать, короче. Звук есть, видос тоже идет, все нормально вроде. Ну, отлично. Так. Кстати, Макс, да. У тебя на форуме картинка наебнулась на Колстовании. Видать, сайтик с картинкой. Потом поправишь. Ага, окей. Даже странно. Первый раз такая хрень. Так. Я вообще правильно иду. Вроде можно тут обойти будет. Я забыковал по ним. Опять бошки, опять рыцари, блин. Ага. Так, вроде тут можно забраться туда, куда мне надо. Черт. God damn it. Ага, вроде бы не сюда пришел. Ну что, может левак еще набью, пока тут бегаю. А здесь левел что вообще дает, Макс? Ну, здоровье повышает, ману и сердца. А. Да не, я видел, что ты плюшки собираешь, сердца повышать. А, ну это да, это отдельные пауэрапы, короче. С помощью них тоже можно неплохо так повысить. Но они даже больше повышают, чем левел. Так, надо брательнику кинуть видос, где я Байо Билли прошел. Так, скинул, заебись. Все. Теперь можно это удалять. Ага, карту Венеры выбил. А че эти карты дают? Бонусы тоже, пауэрапы? Ну, типа они там магию разную дают, короче. Там совмещаешь две карты, у тебя, например, кнут может огнем бить. Или еще чем-нибудь тайны. Венера богиня любви и красоты, обладает способностями наговора. Чем мне это поможет? Так. Ага. Лазер, ну ты очнулся, блин, через 10 минут только. Так, не знаю, что это я повысил. Я так понимаю, в качестве альтернативного оружия здесь крест самый имбовый, да? Ну, в принципе, да. А, ты вот его... у меня удача, короче, повысилась. Ага. Ты его все время это не подбираешь, кроме креста, ничего. Ну да, мне оно больше нравится. Так, а это у нас...
у нас нихуёво защиту прибавляет, ну и сосет, блин. Здоровье нехило. Так. В смысле сосет здоровье, но убавляет? Ой, не здоровье, а ману, блин, перепутал. Не, а против боссов защита же заебись, по сути. Может быть, да. Это у нас, о, травяной кнут. Ты ж это, ты ж боссов-то, блядь, плеткой хуячишь. В основном. Ну да. Так что магия-то там нахер не нужна. Так. Ого. Ни хрена себе плеточка. Удлиняет плеть, что ли? Ну да. Не, вот это нормально, кстати. Так, окей. Я бы оставил. Ну да, в принципе. Ну там на боссах можно экспериментировать будет. Кого чем попроще. Так, тут у нас путь вниз. Чёртовы гаргули. Подожди, в любой костле, короче, сердца, они вроде на них что-то покупать можно было. В этой костле они зачем? Ну, доп. Оружие. Типа, патронов для дополнительного. А, патроны для доп. Оружия. Да. На самом деле, это везде так, только в одной костельвании. А именно. Во второй можно было покупать, на. Ну, типа, это да, в Нессовской костельвании на сердца покупать надо. Привет, было. Юль. О, Юльк, здорово. Кивич тоже подтянулся. Ага. Привет, Кивич. Блять, по-моему, здесь, блять, не корова заебывают, а это хуйня, которая летает. Ну да, капает, летающий. Капы. Позвоните, ладно, я сейчас добавлю, но Макса, блять, вышибет в скайп тогда. Давай сейчас чуть-чуть попозже, когда он замочит, или ты. Давай я на паузу поставлю. О, еще шататель пришел. Ой, и шатателя надо добавить еще. Так, шататель и кивич. А, он готовит. Не надо его добавлять? Ну, потом, как он приготовит, а то он будет посуды там греметь. Бля. Так, а как его теперь? А, вот так. Все, вот, кивича добавил. Ага. Так. Вот. А то у меня. Уруру, блядь. А то у меня оказывается. Да, привет. А то у меня оказывается, блядь, этот экран еще был не на все, а вот сейчас нормально поставил. Ну че, Кив, ты за рулем? Я пока нет, но я почти готов, но я хочу немножко игру посмотреть, а то, потому что я же ее вообще не видел. Вот. Мне интересно вообще, что она из себя представляет. Ну, графон-то я как бы уже оценил, а вот в плане геймплея как-то так пока не очень понимаю, чем она отличается. Бля, вот мне вот сейчас вот напоминает действие, короче, я вчера начал на NES игруху, Final Fight 3 называется. Вот там тоже до босса доходишь, короче, и прежде чем его начать мочить, нужно замочить вокруг него, наверное, штук 7 пацанов. Пока они есть... По очереди выходит, босса мочить нельзя, он неуязвимый, короче. И он, сука, мешает, блядь, пиздит тебя постоянно в это время. Здесь то же самое, куча этих кап летает, блядь, и корову нельзя отпиздить в это время, блядь. Ага. Они мешают, суки. Еще как. О, Джа подтянулся. Здорово, Джа. Здорово. Вообще, у меня какое-то нехорошее чувство, что я постоянно, когда присоединяюсь, я забываю с чатиком поздороваться и как-то... Ты забыл поздороваться с чатиком. А я это регулярно делаю. Твое чувство тебе не подвело. Да, это печально, простите меня грешного, вот, всем привет. Блин, мне сейчас пришло внезапно в голову, что, блять, это Аладдин. Ну, ты посмотри, чувак в халате, в челме, в больших сапогах. А, это не челма, это у него волосы такие. Ну, у него волосы как челма, короче. Ну, да. Ай, блядь, меня сейчас трахнут. Да ты уёбывай просто от него, и всё. Вообще-то, чё он тебе сдался? Ты же вчера преследовал. Не, я вчера его пиздил. Где? Вчера меня просто капы не так сильно заёбывали. А его обязательно пиздить вообще? Ну, он будет преследовать, пока я не выйду из коридора, но, скорее всего, он меня убьет, потому что-то еще. А, это как в Макаймуре, блядь, этот нахуй, демон преследует на протяжении всего уровня, блядь. Не, ну от него можно... Если его не запиздить.
Не, погоди, демон. От него же можно вроде убежать. Нихуя, от него хуй съебешься. Его можно забаговать, короче. Там. Ну, забаговать это понятно. На краю экрана, блядь. И то не всегда получается. Нихуя себе заблевал, блядь. А съебаться от него нельзя никак вообще. Свирепый демон, еба. Тактика сейчас была, как, блядь, в Бэтмене Джокера валить. Под самым носом сидишь и ебашишь, как. Бэтмен. Ну, Нессовский Бэтмен. Медведь, ёпта. Медведь, он, знаешь, он такой, знаешь, гербовое животное. Он прямоходящий, он в атаке такую позу принимает. Хуя, он, блядь, как Росомаха еще пизданул когтями, ты видел? Да, мне надо срочно что-то. У тебя лечилки-то есть? Так, блядь, одна только была. Остался тоненький противоядие. Все, хуёво. Да. А спилы тут есть? Какие стилы, блядь, на СНЕСе? Накнуть только. Это не СНЕС, это ГБА. А, ГБА. Ну все равно, блядь. Какие спылы, это что, пека, что ли, блядь? Спилы лечишь и есть, блядь. Не, ну в симфонии-то были. О, блядь, только блядь, нет. Симфония, это симфония. О, руки. О, нифига. Вещь летающая. Да-да-да. Кольцо интеллекта. Кольцо какое-то, блядь. О, ты сейчас умный будешь, тебе кольцо интеллекта выпало. Да, мне сейчас пиздец будет. О, ёпты, твой друган, блядь, который тебе пиздит, короче. Подпрыгнул тебе просто, ёпт. В нахуй. Я ты эпично, блядь, сгорел, нахуй, просто. Ненавижу этот коридор, блядь. О, блядь, что-то там арт-ветер по-японски захуячил, блядь. Где? Чатики. Да, там Джа пишет, что ему посылка аж из-за самой Осаки едет. Чё за посылка, колись? Да опять фигурка, небось, няшная, анимешная. Сколько у тебя их? Джа, ты, короче, вообще сделай как-нибудь фоточку. Хотя, не знаю, ты выкладывал, конечно, здоровую галерею, но я не осилил ее еще просмотреть. Может быть, там была такая... Да фоточка, надо ему, знаешь, просто обзорный стрим сделать по фигуркам, и все. Ну, а, кстати, да, почему бы и нет, между... Новая рубрика на гаражах. Стрим по фигуркам. Вот да, шкаф такой вот, прям, чтобы в одной фотке, короче, все прям, вообще до хрена было. MyFigureCollection.net Profile Justice. Гася, чат, да ты прям конкретный задрот. Хуя. Я даже не знал, что такое. Нихуя их у тебя тут, блядь. У тебя целый мультик можно анимированный снять с этими всеми фигурками. Короче, Джа, я готов стать продюсером, если ты будешь снимать хентай с ним. Слушай, Джа, а что это за сайт вообще такой? Ну, в смысле, я понимаю, что он про фигурки. Мне кажется, это сайт, где все понтуются своими коллекциями, блядь, фигурок. Ну, это ясно. Не, меряются письками, блядь. Здесь есть как бы список вообще, это, ну, в смысле, у них же должна быть база фигурок, я так понимаю, да? То есть тут прям вообще все фигурки, какие только можно? А. Кстати, Макс, ты заметил, что фишка спизжена тоже из Бэтмена из Нессовского, блядь? Какая? Попрыгушки по стенам. Причем он именно так же даже анимирован, блядь, как Бэтмен. А ты решил тупо пробежать... Блядь, он меня, сука, окаменел, пидорас. Ты решил пробежать капы и всю хуйню? Ну да, видишь, что из этого... И подобрал, блядь, этот, нахуй, святую воду. Нет, не святую воду, а тоник. А, это тоник, блядь. Короче, кто-то решил подзадротиться по тему фигурок, блядь, и собрал их все на одном сайте, и их можно кликать, блядь, галочки выставлять и понтоваться, что они у тебя есть, короче. Блин, я хочу найти Я где-то проебал, короче, фигурку. Причем она, сука, была не маленькая фигурка. Короче, там это самое, по АВП, там, типа хищника чужого так кидает с разворота. Хуеть, к тебе рука... Бля, вот тебе уже две руки привязалось, нихуя себе. Мимо рук бежать, это не очень хорошая идея, но я все-таки пробежал. Я же тебе сказал, просто уёбывай оттуда и все, а ты что-то не уёбывал. Ах ты, гандон, блядь, костяной. Вот там сердечки. Запас. О, арт-ветер, а ты там кого косплеить-то сам будешь, блядь? Ветер. За косплей, короче, этого Пашу Киномана. Лол. Че, будет популярен, хули. Кивич, ты вообще, кстати, страничку с записями стримов модеришь? Или ты забросил это дело неблагодарно? Здрасте, приехали. А что, не видно, что я ее модерю?
Я сегодня... Вообще-то все новые стримы, они появляются уже в самом. Ну я, конечно, не моментально обычно делаю, но допустим. А я думал, у тебя какой-то бот оповещающий стоит. Оповещающий бот называется «Подписаться на тему». Ты не поверишь. Как только у меня возникает пост, мне сразу сваливается письмо, но иногда мне влом вот прямо незамедлительно. Блять, Саня вообще охуел, он, блять, каждый день нас пиздюками называет, хотя сам, блять, пиздюк среди нас. Охуевший, я считаю. Охуевший пиздюк, блять. Вообще нахуй. За занесением, блин, короче. Смотри, протокол выпишем, блять, с занесением в грудную клетку на сходку. Кстати, я что хочу. Кстати, что по поводу сходки, блять? Шнурок, блять. Погоди, пока мы недалеко от темы с записями уехали. Короче, я хочу это самое сказать такую тему, что лучше заливать, мне кажется, эти обложки прямо на форум. Ну, чтобы они не пропадали? Чтобы они не пропадали, потому что я смотрю сейчас у Макса, короче, говоря. Да я уже Максу сказал, да. Не, я свои время от времени... Нет, я главное просто не понимаю, она как-то странно, блядь, если ее открыть, вот ссылку прям ткнуть в эту картинку, то она даже как-то у меня открывалась, блядь. Кивич, вот. Это называется кривая ссылка на сайте, блядь. Ну, типа того, они то ли там генерятся, то ли что-то. В общем, вот. Короче говоря, лучше прям это... Не, я свои время от времени проверяю, прям все прощелкиваю. У меня картинки как были, так и стоят, короче. Ну, понятно. Не, я просто свои как бы это сразу заливаю на форум. Это через форум. Это делается через форму полного ответа. Не через быстрый ответ, а через полный. Там есть... Бля, мне файл. Влом полный ответ нажимать я всегда быстро. Ну, мне тоже обычно влом, но вот... Как бы, когда заливаю что-то вдруг внезапно, я все-таки через полное, оно уже тогда точно сохранится, никаких проблем. Вот. Кстати, есть небольшой хинт, опять же, по поводу заливки картинок на форум, там полная форма позволяет залить только 3 картинки, но если вдруг внезапно в пост хочется впендюрить еще больше, вот, то просто делается несколько постов, вот, потом из них выскребаются эти самые теги, и удаляются лишние посты. А, 3 картинки ты имеешь в виду именно полноценно вставка в сообщение, да? Ну, да, то есть ну, там форум, блядь, впиливание в форум. Ну, смысл в том, что... Потому что ты... я ссылками накидывал 100-500 картинок. Не, ссылками, да, но когда ты тыкаешь ответить, как бы открывается полная форма. Там только 3, как бы, поля, куда можно файл добавить. То есть ты можешь добавить за раз 3 файла. А потом, когда пост редактируешь, ты еще в него же не можешь добавить. Вот, поэтому я когда там что-то делал, короче, обложки, по-моему, когда форм кидал вот эти рисунки, я делал как? Я делаю ответ. Короче, мы поняли. Кидываю 3, потом делаю еще 3. Они не удаляются с постами, вот это что надо понимать. То есть, если ты пост удаляешь, картинки, они как бы на серваке остаются, то есть ссылки, они все еще валидны, их можно перетащить в твой пост. Юль, твой пост охуенен просто, блядь. Жирная жопа. Ты его прям вот зови, я не знаю, блядь, горячая задница с этих... Да. Перчатка защиты. Hot butt, я не знаю, как-то так. Hot ass. Или просто зови его долбоебом. Горячий парень просто. Бартик Батхарсик. Заебись. Джа, как всегда, придумал оригинальную кликуху коту. Блин, ну что-то кот протупил, он что, не прочувствовал, что она горячая? Ну, в смысле, я понимаю, что он прочувствовал, что она горячая, но... Он воистину прочувствовал своим пятаком, блядь. Ну, мог бы как-то заранее, что ли, я не знаю. И мне казалось, что чувствовал. Я его и так зову долбоёбом. Нет, его надо всегда теперь звать долбоёбом, потому что он действительно... Он не от мира сего, как-то. Блядь, ёбаные мечи, ебал я вас в рот. Да нет, ваших просто и все что-то. Не, я понял главную тактику этой костлы, короче. А, с полы сразу. Здесь надо просто уебывать от всех и все. Так, попробую, конечно. Нахуй не надо никого пиздить, надо просто съебываться и все, блин. Да хуй от них съебешься, блин. А че ты удлиненную плетку ты не включаешь? Я пока их прощупываю. Так. Огненный. Ну ты это, Юль, ты. Блять, в следующий раз проведи инструктаж коту, что нельзя с пола сразу на плиту прыгать. Я думаю, он это запомнит. Вот, по-моему, запомнит. Потому что пропалил уже один раз. Вообще, на самом деле, это, кстати, хороший повод купить эту самую плиту индукционную.
Потому что они сами все нихера не греются. Там, правда, посуду нужно магнитичнее, которая, то есть там какой-нибудь алюминий не подойдет. Вот. Но зато они реально как бы работают так, что у тебя посуда греется сама по себе. А ты как его спасаешь-то, Юля? Его же надо в ветеринарку отвезти, чтобы ему ожог обработали, блин, по сути-то. Или он так, слегонца только пригорел? Да не, сметана его намажь просто еще. Level up. Попробуем длинным кнутом. Блять, подожди, чё, хомяк, ты еще один ник придумал, что ли, в натуре? Болевая мышь, блядь. Чё? Нет, еще суслик 04 какой-то появился. Не, это другой, это от Борма, короче, к нам пришел. Бля, ну слава богу, не хомяк, ёпта. А то я уже скоро, блядь, буду путаться в этих, в хомячьих, блядь, сущностях. У меня кот один раз тоже усы слегка подпалил, блядь. Любопытный, нахуй. Ничего, отросли. Ой, блядь. Теперь эта падла сидит там наверху, блин. Заебашь его крестами. Бля, было бы прикольно, если бы вместо крестов писюны были бы резиновые. Он бы как тесак просто наказывал всех. Вот, ты его спалил, походу. В нахуй просто. Чё-то Киевич притих, походу, руль цепляет. Ну, смотри, как этих рыцарей удобно пиздить этим кнутом длинным, блядь. Ну, я только держу дистанцию, а урон-то он особо не наносит такого чувствительного. А, блядь, Жа, ты, кстати, первый, блядь, раз за все последнее время постнул баян жуткий. Я его видел 100-500 раз уже. Бля, чё эти заёбанные зомби, которые бесконечные вообще, блядь? Ну, в симфонии тоже были. Жилетка какая-то валяется. Да это тюремная роба, она у меня уже есть. А чё она даёт? Да, слегка защиту повышает. Так, так. Ух, там этот... Педик стоит. Угу. Дальше, что он лапами не бьет. Да, охуенно. Сидишь перед его коленкой, а он тупо не палит вообще. Свирепый демон. Что-то он не особо похож на свирепого, блин. Ну, только сдали свирепым. А! Ай, под задницу. Бля, по сути, он тебе, блядь, задевает рукой. Здесь, значит, хитбоксы, блядь, не достают тебя, по сути, когда ты так сидишь. Ну, лучше, чем Dark Souls. Dark Souls бы он меня убил. Так, интересно, что тут? Сердца просто. Так. А что, разве в огоньках, кроме сердец, что-нибудь бывает, блядь, полезное? Топ оружия. Ну, кроме крестов, то мне, в принципе, у тебя есть кресты, зачем ты ищешь еще что-то? Да хуй знает. И мне кажется, против этих тварей надо другой кнут включать, блядь. Сука, с двух ударов умирают только. Это да, надо что-нибудь придумать. Огненные, может, блядь, сжигать их нахуй. О, заебись, с одного удара сдыхают, суки. Слушай, а у того кнута-то совсем чуть-чуть дамага не хватает. Он по 92 бьет, а этот по 101, блядь. Ага. Поэтому, блядь, два удара, сука, получается. Ёбаные летающие мозги, блядь. А ты вообще... Блядь, ты как-то до туда допрыгнешь, но, блядь, хуй знает как. Ну да. Ты сначала ту хуйню надо вынести как-то, блядь. Ёбаную, летающую. О, спасибо, хуйня. Закинул на площадочку. Ага. Да ебать здесь паркур, на.
да. Doom Clyde, блядь. Так, сердца. Thank you very much. Так. Они, главное, отреспились все трое. Хуёво, когда респавнится, блядь. Противники, которых ты уже убил сзади, блядь. Ага. Так, тут у нас чего? Бля, я вот ни разу не видел приставку Game Boy Advance. Объясните мне, что это за... Это такой же Game Boy, только цветной, блядь? Ну да. Своей сутки. Такой же, блядь, железный. Портативный хотя бы? Ну да, портативный. Только у него начинка мощнее. Я понял. Экранчик побольше, небось, да? Ну да. Блядь, какие-то тян летающие. Перчатка защиты, блядь. Ой, блядь, я уж боюсь этих ножей, блядь. Джонсон и Джонсон. Блядь, Джа, мне кажется, тебе уже везде персонажи из зеленого Соника будут казаться сейчас. Мы так его форсим постоянно, блядь. Зелье от порчи. Нихуя себе. Так, тут в этой локации, можно сказать, еще один из самых жестких боссов в игре. Блять, тебя сейчас захуярит, по-моему, ты даже до босса, блять, не дойдешь. Ну, не исключено, да. Эти тян с мечами съебали уже, блять. О, заебись, сейчас здоровье восстановим. Угу. Так. Джа, главное, чтобы рядом с ним Пахома не было, блин, остальное все нормально. Началось. О, блядь, рогач опять нахуй. Ёбаный. Электрическая паскуда, блин. А чё-то сегодня шататель даже не записывался, блин. Записался. А, записался? Дед, спаси. Человек-пантера, блядь. И нахуй! Хуяси. Читамен, ёпта. Ага. Что, по-моему, блядь, огненный этот его хуёво пиздит. Ну да. Вы заебали оба, нахуй. Не знаю, чё, кустами, что ли, пиздить? Читамена кустами. Ну, так же, по-моему, наносит урон. По-моему, да, однохуйственно. Ну, сомневаюсь, что увеличивающий кнут будет гораздо лучше. Но он еще хуже, блин. Он хотя бы достает, блядь, до него. Чаще. Так. Интересно, сколько я ему вообще без урона буду наносить. Без дополнительного. Та шляпа. Да, тут, наверное, больше удлиненный кнут пригодится. Что это? Представляешь, блядь, такой, блядь, в битве, блядь, говоришь этому читамену, ща подожди, я возьму другой кнут, хорошо? Он такой, ладно, ладно, окей, бери быстрее. Громоптицы дали карту. Теперь у меня кнут. Может, грозовой? Молнии бить, да. Вот, наверное, этих пидорасов и надо ебашить. С этой картой. Ну, этому, по-моему, одинаково попы на все. Но его легче пиздить. Ну да. Ох, нихуя себе. Да нет, то же самое, по-моему. По-моему, им тоже похуем. Те же яйца, только в профиль. Ага. Бери длинный, короче. Педики тебя сейчас скинут, нахуй. Колокола порты. Блин, Юль, какие у тебя странные ассоциации с колоколами. Почему они упоротые-то? Бля, главное, чтобы они не отреспавнились. А, нет, не отреспавнились. Не все враги.
рюмки перевернутые, блядь. Бля, мне кажется, там полочка наверху не зря стоит. Что-то мимо нее прошел. Я знаю, тут... Надо посмотреть, что тут. Ох, блядь, нахуй я сюда пришел. Ёбаные мечи, блядь. О, шататель проснулся. Юлька опустила шатателя резко. Ну да. Петушнула так резко, за секунду. А, пригорело. Ёбаные горящие тян. Ага. Не, блять, конечно, бэкграунд здесь охуенный нарисовали, блядь. Постарались, блядь. Да. Блядь, витражи такие пиздатые вообще такие. Причем детально прорисованные, я бы сказал. Народ заморочился. А вот, блядь, на физике главного персонажа, по-моему, вообще никто не заморачивался. Три движения всего есть, блядь. Ну да. А, блядь. Спрайт бега, спрайт стояния, блядь, и спрайт удара кнутом. Ладно, спрайт прыжка еще, четвертый, блядь. Я Юлька заговорил, говорит, говно вопрос. Пиздец, Джа, блядь, сравнил Doom, блядь, с Game Boy Advance, ёпта. DOS и Game Boy Advance, блядь, сравнить. Да мы знаем, Юль, что ты культурная, но иногда матом ругаешься. Ну, ты уже говорила. Не, вообще ты говорила, что ты наоборот не культурная, ты вообще гопник, короче, по натуре, но пытаешься быть культурной. Похвали. Насколько я помню. Такой вот вообще базарчик-то был, на самом деле. О, нет, бля, идите нахуй. Мечи, блядь. Может их электричество и спиздить. Бычару надо выманивать, походу. Блять, по-моему, это не мечи, а культяпки какие-то летающие, блядь. Бля, мне пизда сейчас. По-моему, он тебя сейчас запиздит, нахуй. Кукла, ебать тебя в рот. А, она меня еще прокляла. У меня есть что-нибудь от порчи? У тебя есть от порчи, ты подбирал банку от порчи. Так, въебу зелье. Так, зелье от порчи. Ой, да ладно, да... Юль, научил он тебя. Никто этому не учит, люди сами учатся. Блин. Могла бы и отучить со своего места, если посмотреть его. Блять, они меня просто бесят. Тебе, по-моему, сейчас пизды выйдут просто еще и пиздец. Я тоже так думаю. Опять гамовер, блядь. Так. Да. Сохранялка, ох, как не близко. Живой, наверное, не дойдешь до нее, блядь. У меня такое ощущение просто. Так, а я думаю, да пройти вчерашний Final Fight, блядь, третий. По ходу пьесы. Даже сейф стейт вчера сделал. Блять, какие-то бесполезные удары, нахуй. Откинулся. Все, гвоздички проросли. Да. Конечно, на глазки, блять. Так. А, блин, я отвлек. Меня, вернее, отвлекли. Я думал, ты руль цепляешь там. Типа. Да я не руль, не, мать позвонила, короче, рассказывала охуительные истории с работы там сейчас. Там просто всех просто ебут конкретно. Проектировщиков за все проебы просто. Везде там, уже, блядь, такое вообще-то. Так-то.
Не, ну просто наша же там у нас отдельная же история, что типа нас же поглощает эта самая контора, Нижегородский атомэнергопроект. Вот. И, короче говоря, за... Подожди, Нижегородский энергопроект, блять, поглощает московский? Да. Каким хуем? Ну, таким хуем, что наши проебали Короче, наши должны были в этом году, вернее, не в этом, а еще в конце того года запустить это самое, атомную станцию в Нововоронеже. Вот. А наши проебали, короче, всю эту херню, блин. Их Кириенко, блядь, короче, сказал, блядь, идите вы в жопу, это самое. Вот Нижний Новгород хорошо, блядь, работает, а вы хуёво работаете. Поэтому давайте-ка вы, блядь, под Нижний Новгород, короче, под их руководство. Вот, и это самое. В общем, сейчас, короче, идет слияние, которое, я так понимаю, будет еще какое-то время идти. И Нижний Новгород, короче, сейчас дико поднимается. То есть они подгребают нашу организацию и еще там еще одну контору. Короче, пиздец какой-то будет, блядь. Ну, короче, пиздец, ну, понимаешь, я в этом вижу даже, может быть, некий положительный момент. Главное, чтобы не уволили его. Вот. Потому что тут у нас, конечно, полный пиздец творился на работе. У нас за последние 5 лет сменилось, блядь, наверное, 5 или 6 гендиректоров. Ну, вот. И каждый приходил с своей командой, и это был полный пиздец. Вот, я надеюсь, что сейчас хотя бы руководство стабилизируется. Как бы, Нижний Новгород, хорошо. Вот. То есть появится хоть какая-то стабильность в плане того, что, блядь, с каждым новым гендиром у нас все время какие-то новые веяния, которые никуда непонятно куда вообще приводили, никуда не приводили. Все как-то, блядь. То, блядь, делаем одно, то делаем другое, а в итоге делаем нихуя. Вот, поэтому главное сейчас этот момент у нас вот пережить, блин, и, может быть, и заебись, блядь, на стороне. Хуя два я туда заберусь. А, ты знаешь, в НИАЭПе работают, Сань, медленнее, но я так понимаю, что они там в Китае что-то построили, и у нас еще там как бы несколько блоков запустили, то есть... И у них есть свой типовой проектор с этой самой атомной станции, вот, по которому они, собственно, и строят, а наши, блядь, его родить не могут, походу, уже много, блядь, лет. Вот, и, собственно, это тоже такой проеб, вот, собственно, на который Кириенко... взбычился, потому что, блин, денег вбухано овер до хуя, а результат вообще ноль. Так, Юпитер. Ёбаный. Вот. Так что, блин, они, конечно, может быть, и чёрт знает что там, и злые, может быть, и ещё что-то, но они, блядь, строят. О, вокруг меня теперь хуйня какая-то кружит. Может, она мне поможет. В общем, поглядим. Но наших сейчас взъёбывают прям по конкретной программе. БКП-1 вообще там без годовой остались, и, блядь, вообще пиздец. То есть, им вообще там просто все подрезали, все, что можно. Ох, нихера, они мне показывают подсказки, короче, они ломают мне стены за меня. Полезно. Да. Так, ладно, это я сожру зелье сразу. Хуя себе, я живу, блядь. Хипе установить хотел. Не, если Лимаренко наведет порядок, это хорошо. Но главное тут самому в такой ситуации под горячую руку не попасть. Вот это. Такая палка о двух концах всегда. Саня, ты там, кстати говоря, еще долго там, до конца недели все-таки, да, ты там остаешься или еще как? Может, тебя пораньше это. Вернут-то к нам. А то мы скучаем, ёба. То могут вообще не вернуть. А чё Пономарёв не чешется насчёт чего? Ой, да ладно, Сань, ты... Остался, да. Сейчас смотри, сейчас там народ наедет, там работы будет, блядь, ещё больше. Джа, я... Ну, пока что я как в московском атомэнергопроекте. Ну, по ходу дела, мне уже выдали про сокращение бумажку в связи с расформированием отдела вообще полностью нахуй. Вот, и сегодня мы писали заявление, мол, ну, на имя, собственно, Лимаренко, типа, просим принять нас в НИАЭП, там, такую-то должность, там, с таким-то окладом, ё-моё. Потому что уже, в принципе, все согласовано, там, и оклады, и должности, что все нас берут, все на мази, как бы, то есть мы сейчас им официальную бумагу херачим, они херачат официальную бумагу нам, вот, и нас там переводят. Ну, не всех, но практически весь отдел там за исключением.
Вчера Серега там с ними общался, это ездил на Пражскую, говорит, что там еще... насчет денег общались, насчет отпусков общались, в общем, заверили, что как бы с отпусками все на мази, то есть как мы планировали, так и уйдем, но может быть за свой счет, потому что, собственно, там... Если кто... Не, ну там просто получается как, что... Ну, при принятии на работу ты полгода не имеешь права на отпуск, блядь. Да, да, ну... Как бы, если ты полгода там проработаешь, у тебя, ну там просто мы планировали этот отпуск, как бы работая в этой организации, да? Вот. Ага. И кто-то уходит в отпуск, например, там, блять, ну я не знаю, там, в каком-то июне, да? То есть физически полгода нет работы. В таком случае они сказали, что как бы за свой счет, но поскольку мы из АЭПа сейчас из московского увольняемся, нам все равно это оплатят. То есть все отпуска не отгуленные. То есть, как бы за свой счет получается, ну, собственно, за те деньги, которые нам сейчас здесь и отдадут. Понятно. Вот. То есть, в принципе, нормально. Ну, мясо выпало, охуенно. Ну, логично. А, Саня, я не знаю, кстати, насчет ведра. Вот, да? Я что знаю, короче, что Пономарев, это наш начальник, ну, вернее, сейчас он исполняющий обязанности, но по факту выше него напрямую никого не осталось, так будем считать, что он наш начальник. В общем, он остается на полставки. То есть он будет работать и в Нижнем Новгороде, и у нас, потому что у атомэнергопроекта у московского у нас там куча контрактов, там, ну, там на связь, там спутнику и всякая там куча овер дохуя, короче, всяких полезных вещей, которые скинуть просто не на кого. Вот. Поэтому он как бы остается на полставки, и, я так понимаю, будет вот за все это дело отвечать. И я так понимаю, что технику на него тоже спишут в итоге все. Вот, потому что, опять же, никому больше она нахуй не нужна. Ну, полшишечки там и там, в принципе, да, там, я так понимаю. Ну, по деньгам, по идее, должно быть нормально, наверное. Я уж не знаю, что ему там в НИАЭПе обещают. Не знаю. Ну, как, Арт, мы не то что все, мы с Саней работаем, ладно. Я не знаю, кто еще. Ну, ведроид с нами, да. Вот мы втроем, собственно говоря, с одного места практически. Хотя и работаем в разных организациях, вот так внезапно с Саней. А с ведром мы в одном отделе сейчас. А, ты формально тоже? А ты где чего там, напомни? Да, блять. А, ты в Грине работаешь? Да ладно, то есть ты Санин коллега, ёпта. Релай тоже в Грина пришёл. А ты там чем занимаешься? А, блядь. Так, живём. Индийское муви, братья нашли друг друга, блядь. Да, и Никельщик, ну вот как и Саня, блядь, ёпта. Брат нашелся, да-да-да. Мир тесен, ёпт. А, и походу это самое. Нижегородцы будут с Грином заключать контракт на обслуживание, собственно, людей в Москве. Потому что сейчас люди от нас переезжают в их здание. Вот, и обслуживать их там некому. Потому что Нижний говорит, что, в общем, нанимать людей для обслуживания им сейчас никто не даст. Вот, поэтому они будут подписывать контракт с Грином на обслуживание, видимо, всего здания, потому что, опять же, люди, которые уехали от нас, их теперь они уже как бы в НИАЭПе числятся, и отличать НИАЭПовцев, бывших московских атомэнергопроектантов, их никто не будет, блядь, поэтому, если обслуживать, то всех. Ну, попробуй, кстати, стать координатором, хуля. Может, прокнет. Поднимешь. Сейчас, вот ты босс этот въебанный. Будешь шатать своих подчиненных. Арт, а ты какую организацию обслуживаешь? Или ты непосредственно в самом Грине? Я имею в виду, сам Грин обслуживаешь. Атомное шатание, блин, организация. Атом, вообще, блин. Да, надо реально переименоваться, короче, в атомное шатание. Все. Акционерное общество шатания атома. Я твой стержень урановый шатал.
какую-то ты баранью голову, что ли, пиздишь, Сэм? Ой, Макс. Ну да. Она меня пиздит. Во, смотри, арт на урановом заводе работает. Приколись, вот он может реально стержни шатать. Вот заебись, блин. Арт, ты, пожалуй, самый опасный из нас всех. У тебя есть, наверное, доступ, короче, к стержням. Можно упануть, блядь. Да. Ну, в принципе, вполне, да. Так, как у вас там с урановыми ломами-то все нормально? Попробуем. А я, короче, затащил игру. Какой? Final Fight 3. Ага. Ну ты крут. Да. Я знаю. Че это за баран? Это баран-пират, походу. Одноглазый или вообще он без глаз? Карт, но все равно прикольно. У вас, наверное, там стабильность во все поля. Это у нас, блять, в это самое в проектантном блоке все какой-то пиздец, блядь, что-то проектировали, не проектировали, все, короче, началось. Получили, блядь, пизды. Да. А вы там, наверное, обогащаетесь и мирно, да, обогащаете, все хорошо. Ох, нихуя, а это что такое? А это, походу, блять, то же самое. Кстати говоря, когда этот хрен становится красным, он мне Наруто напоминает. То есть это такой Аладдин и Наруто в одном флаконе. Да, печально, блин. Ну, значит, наверное, во всей отрасли такая херня, блин. Я думал, только нам так повезло. Ёбаные пузыри, они меня больше всего волнуют, блядь. Блядь, путающие клавиши, блядь, подкат. Сюда. Ну, сами в грине с этим проще тоже, знаешь, ты не зарекайся. В любой момент могут сказать, короче, типа это, грин не нужен, короче, переходим на самообслуживание. Или там, или, блядь, сделают еще один второй грин какой-то. А я так понимаю, грин это аутсорс? Ну, грин это аутсорс IT-обслуживания. Ну вот. Да, я так и понял. Они в какой-то момент Росатом решил, что типа нехуй в каждой конторе держать своих айтишников, давайте мы это в одну контору вынесем. Ну вот. Но все пошло через жопу, как всегда, блин, причем с самого начала. Вот, потому что какие-то конторы сказали, идите нахуй, какие-то не смогли сказать, идите нахуй. Вот, не, а я, например, они отмазались от грина. Я уж не знаю, каким чудом. Вот. Но они каким-то макаром сказали, Росатому, по сути, организации, дочкой которой они являются, они сказали, идите нахуй. Вот, а они пошли нахуй. Там, как ни посмотри, там бардак тоже имел место быть. Ну да, с бухгалтерией то же самое, с кадровиками, то есть это вообще, по идее, все должно было в грин уйти, но опять же, оно как-то шло-шло и, блядь, местами дошло. Пиздец. Так, попробую вот травой накормить. Арт, ну слушай, я так подозреваю, в этой конторе один человек просто приезжает, наверное, да, раз в месяц, это самое. Получает свои 500 рублей просто за то, что заехал. Хью Джекмана отделали, придется мне все раскрепать. Не знаю, насколько это более эффективно. Да, гребаный слюнявый баран. Не знаю, что я не юзаю
кресты вполне было бы тоже неплохо. Ну вообще, кстати, да, нормально тут. Носом, блин, почикал. Блять, шары, идите нахуй. Yes. Отпизжен, блядь. Да, смотрю, здесь боссы прям какой-то посерьезнее стать, чем в симфонии. Да. И вообще так, наверное, да, игра вообще в целом по хардкорне стала. Симфония-то она такая достаточно халявная сама по себе. Кстати, а что случилось с тем перцем, с которым ты пришел, и он такой, типа, иди нахуй, короче. Ну вот он стоит. А, это вот он? Угу. А чё они срутся постоянно? Ты точно такой? Ну, один, вот кем я играю, это ученик там, охотника на вампиров, а это его сын вообще. А. А Бельмонтов что, не завезли в эту игру? Не, тут не про них. Оригинально. Давай в голос, Саньки. Опять скайп тупит. А. Ну вот кинул. Давай, Сань, подай голос, чтобы опять не вылетел внезапно эта хрень. Что, Саню в голос решили, что ли, взять? Ну да. Это опасно для здоровья. Для рта. Ну что-то и куда-то он отвалился в итоге, так и нет. Хуй. А, во, во. Эй, ёбана. Да, здорово. Здорово. Чё? Арт, блядь, Гринет тоже сидит. Так, мне не дали никакую способность, но у меня открылся проход в две локации. Как говорится, нахуй ты кому-нибудь. Так. Короче, Сань, давай тащи Арта в Москву. Я буду предлагать тебе предлагать, наверное, начальником стать, короче, ты говори, без Арта не пойду нахуй. Не пойду нахуй. Блять, ну блять. Не знаю, не знаю. Батинка. Да не, сейчас тут, блядь, с этими слияниями тупи-то пиздец, блядь. Какая хуйня, блядь. Творится, блядь. У нас же сейчас вот по поводу Асэжа, блядь. Вообще хуй пойму чё, блядь. Часть ваших переводят. Асэшники подключают сами, а остальную часть подключаем мы, хотя никто списки не представляет, нихуя, короче, типа, ищите сами, блядь. Подключайте все, как хотите, блядь. Ну, заебись, короче. Куль, заебись, нахуй. Ну, ребята хотят сделать все очень быстро, все со всеми переводами и прочее. В принципе, на самом деле... Они нахуй, чтобы настроить, сука, обычную, блядь, газетку, да, вот, ну, аккаунт. Пиздец. А, блядь. У них уходит на это весь день.
Не, ну я не знаю, что там у них уходит, я имею в виду, что поглощают они быстро. Это не то, что тот же самый Грин, когда они телились, блин, к нам приезжали все в АЭП и такие, ну давайте, короче, мы вас обслуживать будем, ну давай, давайте вы нам, короче, свою структуру покажете. Мы им, блядь, 2 года показывали, что у нас есть, они все время приезжали, уезжали, никуда делать не хотели. Вот, потом появились уже вы, как бы, да, вот. А, блять, а Нижний Новгород, они, видишь, как лик, короче, они, блядь, в конце года объявились, это самое, и, блядь, сейчас уже, блядь, куча народу уже в НИАЭПе работает. Вот это, блядь, я понимаю. То есть они особо это так раз, нет. Да, тут же. Так он меня в Ориджин, у меня в Ориджин-то и нет. А как же вы будете в Деду Спейс? Так я сказал потом, ёпта. Мне надо зарегаться в Ориджине, мне надо купить, блядь, Dead Space 3. У меня денег нету и фиги нету, поэтому... А чего вы в пиратку не поиграете? Или пиратка не умеет по сети? Скидка еще есть, спеши, денег нету, не поспешу. Длинный шмель, ёпта. Да-да. Там не то, что длинный шмель, там вообще пиздец какой-то. Там целая кибитка, да, в которой... Да, блядь. Продать не нужно. Да это что, блядь, почку нахуй? Да, нахуй тебе почка, блядь. Охуеть, блядь. Нет, спасибо, не надо. Так, не хочу, я с ними дел, блядь. Заебали. Провайдера, ага. Наебёшь, блядь. И не увидите вы меня в ближайший месяц. Может, лет 10. Ну, тоже вариант. Охуяк, блядь. Савёк появился. Ай-ай-ай-ай. С куполами, блядь, с крестами. Блин, Жа, как на этом сайте найти фигурки с Чужой против Хищника с серии? Ну, то есть, я понимаю, что надо что-то вести, типа Aliens vs Predator, там, но что-то, блядь, нихуя не ищет. Там, наверное, я что-то неправильно делаю. Потому что я что-то нихуя не могу найти ту фигурку, которая у меня была и куда-то таинственно сплыла, блин. Куда я её запхал, прям даже не представляю. Ну, да, блять, я ее точно забирал со старой квартиры. Куда я ее запихал? Значит, сука, таджик спиздил. Таджик, наверное, спиздил, да, печально, блин, подарок был. А, там японские. И чуток американцы, все понятно. Не, не зачет. Я думал, там прям мега-супер-мега охуенный сайт, прям вообще совсем. По крайней мере, фигурки Хищника там есть, как бы, что как бы давал надежду. Нет. Жаль. Японские фигурки мне наоборот это не особо интересно. Часы идите нахуй. Так, туда, наверное. Без пол-литра и не залетишь. Блять, я сейчас только обратил внимание, что вот этот ваш джазовый ссылку кидал, что этот персонаж зовут Металлика, блять. Это самая странная Металлика, что я видел в своей жизни. Наверное, это она делала их последние альбомы, поэтому они вышли совсем ни о чем. Блин, я сегодня прочитал, что, короче говоря, оказывается, ну как Миша, оказывается, это, в принципе, ожидаемо, но выходит еще одна фигурка Харли Квинн. Такая клевая Харли на мотоцикле, блядь. Сука, блин.
И вроде прикольно, и денег жалко. Прям в каких-то странных я чувствах нахожусь. Учитывая, что еще одна фигурка у меня не куплена в принципе, а я хотел ее купить. Ах, печаль, беда! Этот странный курс просто подгадил. Эти фигурки теперь просто какие-то, блядь, дорогие, дорогие. Они раньше-то, блядь, были не дешевыми. Последнюю Харли я косарей за 6 брал. А сейчас она уже 12, считай, стоит. Пиздец какой. Нахуй надо, ну, нравится. Подробности, блядь. Не, ну нравится. Ну нравится мне Харли, стильный персонаж, блин. Фигурки у него прикольные. Не все, конечно, там шлак есть. Вот, но некоторые очень прикольно сделаны, которые по Arkham Asylum, по серии. Вот, вот они прям четкие такие. Качественно выполнены. Кажется, GTA 5 отложили до 14 апреля. Ну да. Да уже баян, Сань, уже все короче. Да, все уже высказались, что ёб твою мать, у меня же. Нет, все уже я лично высказался, что мне похуй. Ну да. У кого-то это факт. Тоже похуй, я прочитал все. У кого-то бомбит. Снова, блин. Эх. Ну ушел. Время пришло. Костя, открой. Ой. Ты как всегда. Что? Я еще ничего не сделал. Всегда, блин. Еще бы ты что-то сделал. Вот эта подземная галерея начинается, пиздец, господа. О, да. Без говно. Музон тут хуин. А, кстати, у меня есть фотка этой фигурки, которая проебана, блин. Могу даже показать сейчас. Найду. Где-то она у меня была в ранних фотках, вот короче. Видишь, не один я заметил. А чё я сделал? Вот сиди и думай. Блять, ёбаный гарпи. О, вот такая вот была клёвая. Ну тут еще в кадре индеец убегающий, но он как бы не оттуда. Он так ради. Не турок. Просто маленький шоман. Да, он проходил мимо, а тут такая хуйня, блин, творится. Так. Вот шаман у меня, что характерно, остался, блин. А вот эта фигурка, блядь, я ее точно увозил, я ее упаковал где-то в ящик. То ли она у меня где-то лежит, хотя уже, блядь, все разобрано вроде. Нет, нихера. Розовый карпа. Где она? Что там за фигурка, блядь? Блять, вот какая она тощая. Кто? Ну, имею в виду фигурка вообще. Какой-то, блять, хищник, какой-то полудох немного, по-моему. Блять, ну нет, там не, просто она скадрирована так, из-за этого кажется, что все тощи. На самом деле фигурка такая. Короче, Кивич, ты найдешь свою фигурку в паспорт. Как Юрий говорит. Что? В каком паспорте? Почему? А, в паспорте. А, лол. Да, тоже хорошая фотка. Чужой такой, типа, ну нихуя себе резак модный. Дай пощупать, короче. Хочу поштрулять. Здорово, Сэдыч. Здорово. Здорово. Айзек какой-то маленький. Да ёба она. Так. У меня скоро придет время английского. Я сегодня думаю проебать. Нет, я уже один раз проебал. У меня, по-моему, запас еще есть.
Да, у меня так-то тоже есть запас, потому что я не хочу проявлять. Там мне надо тему ебануть. А, ну я вчера тему как раз закрыл, поэтому я еще чувствую, что я могу. Ты какую то места. А я вот хочу ее закончить. У меня, правда, еще семья экспайрится такая, типа, да, типа. Повтори меня, повтори. Ну, я в конце недели, как правило, это... Я вчера, кстати говоря, вчера проходил по хардкору как раз это самое. Тут что-то, блядь, в этом... Какое-то было бурное общение, короче говоря. Вот. И я посреди этого пытался разобрать, что там, это, ну... Вот эти задания, которые озвучиваются, блядь, так. Чё ты сказал? Чё, блядь, сука, повтори? А мне в уши там что-то, блядь, такой квартал. А там же есть, ну, кнопочка, чтобы он тебе медленно это говорил. Нет, ну это понятно, как бы, ну просто... Я в это время, говорю, я в скайпе сидел, поэтому это самое. Я помимо английского вливалось в уши еще там куча всего. Вот, я пытался такой расслышать, чё ж там, чё ж там такое. А, ну да, тут вот про сходку спрашивает Андреевна. Вот я тоже спрашиваю, блядь. Чё ты спрашиваешь? Только меня заткнули. Вообще с 4 лет я думал, что зовут меня заткнись. А чё со сходкой? Хомяка нету. Да так и замяли нахуй всё. Да и заебал этот хомяк его ждать. У него там, как сказать, не заебал, у хомяка проблемы просто там, блядь. Ну ждать его заебали. С хомяком можно будет отдельно, блядь, встретиться. Ну вообще да, так. Как бы. Все праздники уже проебали, какие только, блядь, были, ёпта. Теперь остается. Осталось только на 8 марта, блядь. Что? Хомяка, да, только на 8 марта. А день хомяка? День хомяка уже был. Ну, в смысле, это, блядь. День хомяка это 8 марта, походу. Это что за, блядь, цветок, который стреляет арбузом? Да, ну, такой, а специально арбузный цветок. Азербайджанский какой-то, да. С бахчи прям. Ой, блядь, только не ядовитые рыцари, идите нахуй. Хуян ты, залепил, блядь. День коми? Что? Никаких дней коми, нахуй. День коми, блядь. Ну да, для жителей республики Коми это будет день коми. А ты чё, сели вообще хуй? Да уже хуй. Так, тут босс, блядь. Не знаю. Может, до конца доисследовать эту хуйню. Иди, пиздож, тебе один хуй, у тебя получается проход вниз будет. Тут мне пизды дадут. Видал ты его? Хуяк вниз. Блядь. А, блядь. Виверны, что ли? Дракона зомби, блядь. Дракона, блядь. Сейчас будет. Отравлен. Хуярик кристаллин. Да давай, дох. Не, я эту часть проходил довольно резво. Наверное, под спидами был. Какими спидами? Я вообще ее на телефоне. На эмуляторе. Сучки. Что тебе пил, бля? Зажато. Скоро кому-то придет. О, лук пришел. Я решил в старый добрый Gunsmoke поиграть.
Так что со сходкой-то, ёба? Ничего. Да, ничего, блядь. Ну ладно, буду пить один дома. Хуй с вами. Сними фильм, блядь. Пить один дома. Просто пить дома. 28 мая сходка, блядь. Вдвоем будем пить, да, вдвоем. Блин, все свои ебал норовят. Так, погоди, Юрка, ты ж пиво-то не пьешь. Ты мне предлагаешь взять что покрепче. Созвонитесь по скайпу бухать, это у нас было в Новый год. После да, блять, у нас это года... много раз было, блядь. Не сходка, нихуя. Созвониться по скайпу бухать. Будем импровизировать. Блядь. Подожди. О, ладно. Из-за этой куни... Юза ушел не из-за этой хуйни, а из-за своих амбиций. Скажем так. Ну да, все это можно так. Амбиции полились через край. Тип того. Малафьян на весь экран. У Юза свое направление. В стену. Наше сообщество не подходит под его взгляды. Ну. Мы алкаши и гопники на. Да. Ну ладно. Человек захотел пойти своим путем. Зачем ему препятствовать? Пойти нахуй. Ну, наконец-то, да, до него дошло, что ему одному надо. Ай, блядь! Пидоры жирафные, блядь. А хуй его знает, что ему там подходит. Мне такой щепот. Ну, блядь, говорить говорили, объяснять объясняли, старые шансы как котелки давали, но не захотел он. И что ты сейчас сделал? Нахуй ты кнут закрутил? Просто по ноздрям хуя меня заебал. Пара-ра-ра-ра. Так, попробую еще. Жми, ой, все. Попробую вот длинным кнутом. Сейчас мы посмотрим, как ты в Dead Space будешь не эту кнопку не нажимать. Да-да-да. На че, блядь, в Dead Space опять что-то. Крики, вопли, маты. Блядь! Нахуй иди с своей шеи, мужик. Пал самый низ. Что там за юмор за 200? Ай-яй-яй, блядь. Чулка сказала, мы дальше не будем делать. Да. Главное, лапы его ничего не могут сделать. Ёбная шея, блядь. Да... Я не знаю, как тут... Между ними маневрировать, блядь, чтобы пизды не дать. Персонаж... Вот в этом бою видно, что персонаж, сука, дерево ебаное. Не может вовремя, блядь. Он пока бьет, он больше никакие действия не сможет сделать. Полина. Алена, Полина.
Вижу, никогда не вырастет, он, наверное, станет самым маленьким чем 14-летним старичкой. Ну, да. А что это? Это его участь ебашит грузчиком и... Унижение отца, блядь. Да, красиво, блядь, сказал нахуй. Не, ну а что, если он... Кулич скажешь, блядь. Как бог. Так этим... Кичится, блядь. Чё я могу ему сказать? Грузчик, лес, блядь. Я работаю всеми днями. Работаю там. Пошел там мешочек картошки погрузил, еще что-нибудь. Грузчик, блядь. Не, ну, грузчик. Грузчик и грузчик. Че? Все профессии важны, блядь. Чё ты ебался так, грузчик? Он же нам-то сказал, что мы нихуя не делаем. Мы, блядь, всеми днями стримим. И что, это вообще мой гараж-то? Да, гараж Канзас. Только я не понимаю, почему, ну ладно. Киви-пуша подключил руль. Киви-пуша? Да. Да. А может мы не будем ездить всего так бывает? Это такое ощущение, что он кудрявый долбоёб. Лол! Кто? Киви. Вот у меня тоже такое странное ощущение, поэтому да. Может быть не стоит. Я, конечно, не против. Но, блядь, наводит некоторые мысли. Я даже не знаю. Блять. Да, мне уже капы ебаные на одну. В чем, в каком развитии может идти речь? Какого развития? Все кончено. Тупиковая ветвь развития. Бать нахуй, сколько их, да? Хуя. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мотылять. Кто такой Пистолетов и почему он может брать хуем? Вещь. Пистолетов? Это что, не знаешь, сколько пистолетов? Или... О, брат. Что-то знакомое, но, блядь, не помню. Это такой волшебный чувак. Я так не сказал, что он волшебный, блядь. Из Диснейленда, что ли? Время пришло, блядь. Волшебная палочка неопределённо. Да, он ей любит махать. Да. И крутить. Вот он начал. Бля, мне хотя бы одну гниту завалить, блять. Уже путь так проще. Ты не спеши, ты, блин, косячишь прямо на ровном месте. Ты, блять, деревянное управление не видишь, блядь. Ты, блядь, я знаю, что это деревянное управление, так не знаю. Про него говорить. А хули ты мне подругу подпёл? Блять. Саня, знакомься, ну давай знакомься. Посмотрим, что такое не работает. Сань, будь готов. Будь готов. Контент ворнинг, ёпта. Так, одну захуярил, но меня уже ничего не спасет. Он просто, блять, выплюнул мне в лицо всю эту хуйню.
Блять, да, контент, форминг я прошел. Давай грузи быстрее. И, блять, YouTube не хочет мне показывать данные. А ну, я вот захотел. Короче, Паук, ты спрашивал насчет того, зачем я сейчас за Реношкой. А, Реношка. Не особо грузовики там они так ну не вознесли. Чё дали? Чё дали на том и еду? Не, мне в этом плане проще. Ок, дьявол, огненные шары. Это, блядь, что за пиздец? Знакомьтесь, блядь. Это забритое хуйло с чулком на хуе, блядь. У него там чулок на хуе есть, обычно нету. Погоди, это как обычно. Смертельная битва лайт, которая. Я просто не могу понять, блядь. Что это и нахуя? Ну, это такой чел, он, короче, поет и танцует. Да. И пользуется волшебной палочкой. Не, вообще он в каких-то клубах выступает. Ну, в смысле, он... С чем, с хуем, что ли? Да ну, он стриптизер или что-то побочное такое. Блять, какой он стриптизер, сука? Ну короче, он... ёбаный, блядь. Сзади бы не пошел, да? Я бы понял, если бы еще бы... Ну, я видел его выступление в каком-то клубе, запись вот. То есть, может быть, это он поднялся уже после того, как он, собственно... По-моему, его первая запись, что я видел, это типа это, он там читал стихи, блядь, я помню, чудное, блядь, мгновение, и потряс его хуём. Уважаю, да, братишка. Творчество, блядь, прямо из-под хуя в натуре. Хуёвое творчество, похоже, да. Блять, ну нахуй, короче. Вот, но личность в любом случае такая, выдающаяся, блять. Блять. Мягко говоря, грубо выражаясь, блять. Да-да-да-да-да, вот из этой серии. Черпи-черпи. Ну ладно, вот та версия, пустим, посмотрим, что там за та версия, блять. Бомбики, блять. Понравилось? Что за бомбики, да. И бомбики, я что-то, блядь, даже не помню, что это такое. Что там у него за бомбики, блядь. Блин, у меня на счету минус 1000 евро, это, наверное, плохо. Это плохо, тебя в кредит сейчас загонят. О, да. Мне уже там банк писал. Чувак-слоник, ёпта. А чё будет, если я уйду вообще в глубокий минус, типа геймовер или чё? Если ты не сможешь выплачивать кредит, да, гейм овер, походу. Ну, у меня не было ни раз такого просто, поэтому не могу сказать. Не рекомендуется никому просмотру, это хуйня. Сложно сопределить, когда он хочет, блядь, просто меня цапнуть, или когда он хочет, чтобы белый шар, блядь, выпустить. Не очень понятно. А, нет, когда он чавкает, он хочет яйцами вцепиться, блядь. Да, блин. Хватит дрочить там, пора службу тащить. Да. Я все еще в шоке от увиденного. Такой трешак, блять, не каждый день видишь. Пистолетов знает, чем зацепить. Фанат Саня. Да! Ты теперь думаешь, как это развидеть? Да еще пиздец. Пойду смотреть котиков. А-а-а! Всё.
Я уже заебался, блядь. В тот раз я ту хуйню как-то быстро завалил одного из драконов. Не знаю, как у меня это вышло. Я единственный вопрос, ты, блядь, нахуй он, это, как он называется? Песенку из Mortal Kombat взял. Сань, твоя детская психика расшатана. Нет, она не расшатана, я просто в ахуе от такого дебилизма. Я, конечно, блядь, все понимаю, что хочется, блядь, стать известным, но даже, блядь, наша реклама скайпа, и тут, блядь, меня, блядь, выморозило больше, чем эта хуйня. А эта хуйня вызывает просто отвращение. Все. Какой-то, блядь, монобров, нахуй. Пляшет, блядь, голым хуем, ну охуеть, блядь. Ну чё ты двойной прыжок не делаешь, мудень, блядь. Он обров, блядь. Прям в еблет. Гладиатор, блядь. Сука. Дерусь против двух хуёв пистолетового, блядь, похоже. Мотыляется хуй вверх. А, ну нахуй, ёпт. Знаете, по головке, блядь. По головке, блядь. Так, одну захуярил. Ну-ка, посмотрим, что там уже там показывает нам сегодня. Ералаш, что ли, блядь? Из России в Украину. Что это за нахуй? Так, он чем-то блюет. А, он жрет своего друга и себе хп повышает, блядь. Я тебе пар ем, блядь. Ну давай, монобров. Кстати, у меня сейчас вот на реножке руль крутится вот прям ровно как у меня. Че? Хуй знает. Ты точно 900 градусов выставил? Абсолютно. Гнида ебаная, все. Блять. Так, колечко. Вон, теперь я могу в какой-то веке ящики двигать. Блять, он вставил плавник, сука, резинового дельфина себе в сраку, блядь. И держит его булками, блять, нахуй. Санёк, хочешь же смотреть пордуху, блядь. Я просто вот пытался понять, чё он там делает с плавником, а потом повернулся, я увидел, что он все в жопу вставляет. Разглядел, да? Блять, нахуй. Сука, долбоёб. Ну нахуй, короче, такие, блядь. Ну нахуй, посмотри другое видео, да. Средняя взятка в Москве 327 тысяч рублей. Блядь, почему мне такие деньги не дают, чтобы я просто был хорош, а? Блядь, ёбаные грибы. Миконит, блядь. Микоян, сука. Да, блядь, ты чё же не успевает? Сесть да, просто да, там, и... блядь, под... припев вообще пить. Блин, ну я внезапно оказался во Франции, сука, теперь, блядь, есть левостороннее движение. Во время оккупации. Во Франции? А, ну во Франции, да, левостороннее, блядь.
А у тебя этот правый руль, да? Да. Хуёво. Время пришло. Гости отправятся. Да хули ты прыгаешь, дятел? Че сложного, блядь, присел, подкат сделал, блядь. Нет, надо выебнуться. Вот, конец. Да ёб твою мать-то. Я закинула в нихуёвые дали, так. Да ёбана! Ах ты! Жопа, блядь, с ручкой. Да пиздец. Блядь, чела, иди в пизду. Ты что там уже пистолетово набиваешь, что ли? Блядь, Саня опущен вообще. Блядь. Да-да. YouTube получил навык английского языка. Ура! Ну как тебе YouTube показывает? 35 дней, бля. Да, у меня прям модный стрик, блин. Наблюдай, наблюдай, блин. Мушкара ебаная. Я и как ты же знает, как он французский язык, что ли? Французский, разве? Ну да, у него тут. А, голландский, блядь. Тьфу, блядь. Перепутать французский с голландским. Просто он тут это перевернут. Голландский, ты перевернутый французский. Точнее, инвентированный или какой-то. Инвертированный. Жда. Что сидишь, шатал ее? Все, сдох. Заебали, блядь. Травят нахуй. Петушила. Я ебал ваш рот, блядь. Я после стрима это сделаю. Или вот сейчас сделаю. Animal Planet, блядь. Да ёбана. Ёбана. Боли и страдания рта шатает. Да пиздец. Форма. Отстой. Тут он.
Какой-то Диана выпала карта. Диана? Да. Гурцкой, слепым станешь. Окей. Надо потестить Диану. Так, Диана из Саламандра. А, фаербол, ёб. Полезная штука. Хуй знает. Ману больно жрет. Так, Диана и трава, блядь. Букетами роз, блядь, сал миллионы на хвалах роз кидает. Пугачёва, что ли? Ага. Так, а силы земли, чё-то ничего нового. Да ну это, Диану, блять, идите нахуй! Да пиздец. Блять, с руки роба выпало, охуенно. Это чья-то Маша Кулакова, блять. Она ёбана. Блять. А? Ах ты говно. Да пиздец. Не говори. Заебался я. Ебучий уровень, с ебучим ниндзя, блять. Пидораста. Ах ты. Нет, тут надо сразу влетать, потому что если не успеешь, то капать тебя и выебут просто, блять, анально. Блять. Чё? Ice Bucket Challenge? Тебе предложили стать, давай. Какой бакет челлендж надо? Ну облезь себя водой, блядь, со льдом. Нет, спасибо. Да, бакет челлендж. Подкер челлендж. Заебись. Зомби по имени существо, блядь.
Да блять. Да ёб твою-то на левую дивизию, а? Иди нахуй. Ниндзя дрот, блядь. Так. А, блядь! Почти. Блядь, нахуй. Твою, блядь, мать, нахуй, сука. Урод шатал. Я хочу перфект, блядь. Урод шатал. А чё перфект? Там же перфект не осталось, по-моему. Там по количеству очков, и если я беру 4 не перфект, то я, короче, укладываюсь в 4. Если я беру, ну, как бы, не перфект, там получается у меня 5 на 5 занятий. Из этой галереи. Хитрые бляди. Сейчас будем тут шмонать потихоньку. Тут еще что охуенно, тут если ты возвращаешься в такие старые локации, тут тебе тоже да, блядь, а. Не дать продохнуть, потому что тут встречаются еще более жесткие враги, чем тех, на которых ты застрял. А. Я этого уже, блин, уже не помню. Типа такой вариант автолевелинга, что ли? Ну да. Лобал. Винокорна. О, подземный склад, блядь. Сюда я точно сейчас прям пойду. Это мне еще одну локацию надо будет посетить. Так, сюда мне тоже пока рано. Стенку. Да бля, ебать вас толпа, сука, а? Педерастов, нахуй. Сука, гей-парад, блядь. This is the gay bar, gay bar. О, я добрался. Я до босса наконец-то дошел, блядь. А я добрался до Парижу! Ехали, ехали, сука! Попадали в аварии, разбивались, все-таки доехали. Интересно, что от моего груза осталось.
Я надеюсь, я получу пару жалких вот, франков за эту хуйню. Ёбаный суккуб, блядь. Раньше их тут не было. Мне лучше съебывать их. Нахуй. Так. Ура, блять, я прошел этот ебучий уровень. Бля, заебался ногтями кидаться. Заебись. Охуительно. Добро пожаловать в Борис. Ура! Борис. Борис. Борис, кончай. Жирдяй Джо, блять. The right. Рылай. Рылай, ёпта. Что, блядь? Машрум, машрум. Джурец имеет башню. Кто имеет башню? Дворец. Имеет Машу. Машку заляжку. Капитал, ёпта. Капитал Британ, блядь. Это столица. Да, шеф, ты правильно понимаешь? Пока особо не дают. Я могу светку напрячь. Да ёп. Бля, пиздец. Нет, Арт, я сейчас пока тут все обшмонаю, то, что не видел, а потом пойду к воде. Может, это даже сейчас прям случится, потому что тут уже недалеко. Да что ты, ёб... Да, блядь! Пиздец! Воде. Ты чё там? Ядовитая, блядь. Надо что-то делать. Пиздец, блядь. Надо вниз, надо сходить. Нет, паук не в ДС играет. Нет, я играю в Гансмоке, блядь, на Нессе. Здесь Батхёрт пиздец тоже надо. Там как в ДС примерно тоже сзади кучка пидоров забегает и начинает ебать. Ну да, пили-били. Сука, аж копчик зачесался. Ну. Блять, почему на английском зу, а у нас зоопарк? То, что зоо, ёпта. Да, понятно, что зоо. Как читали, так и писали, блядь. Чё-то хотел, чтобы на русском зоо был. Да ёбаный рот! Просто длинно получается. Да и хуй с ним. Если бы я подсел на ДС, блядь, вы бы это чаще слышали, ёпта. Такие выражения, блядь. Блядь, покидаемся карликами. Ой. Да, так. А что? Ладно, да, сюда же, блядь, без замораживающей херни не сходишь, значит, пойду по коридорам. Дизу. Блядь, ни на что не хватает, сука. Эшквары. Фу, блядь. Зашквары? Зашквары, ёпта. Дефам. Ёпта.
Моя утка спит на моей рубашке. Сука, кто это составляет, блядь? Наркоманы, ёп. Туалетная утка, блядь. Просто это пиздец. Да, я живу на севере. Живу, по крайней мере. Вставайся, короче. Да ёб ты, ты, сука, ты пидор ебаный нахуй, а? Архидемон, блядь. Нет, блазер, это, блядь, называется Дувалинго, ёб. Где нахуй? Эти каннибалы, проклятое кольцо. Утки жрут рис, там, и т.п. Существенно понижает удачу, но зато увеличивает силу и защиту. Нахуй. Нахуй это кольцо. Да зум. Ну, блядь, проверяй без прилипа. Вниз. Вон. Так. Аливан де Бичо. Да ёпта! Пиздец, блядь. Охуительно. Что такое? Да пиздец. Дробовик отобрали, суки. Он очень полезен, блядь. Иди нахуй, сука, все пидоры ебаные, блядь, нахуй. Мне нравится этот зоопорт. Мне не нравится этот зоопорт. I did not. I don't, ёпта. Put the cookie down, блядь. Now! Now! Блять, ты... Залёгкой. Ёбаная тварь, блин. Ну все, теперь Кивич постоянно будет сидеть на стриме и рулить, блять, как я раньше. Да, наклся. Пошли вы нахуй, уроды ебаные. Этот ресторан... Кажу, блядь. No. На, блядь, как нахуй перевести эту хуйню? Как пишется нахуй? Не, просто, блядь, на русском как-то странно довольно-таки. Это ресторан находится наверху отеля. Как-то, ну, не камильфо, ёпта. Макрыши, блядь. Что? Не, это понятно, но на английском на крыше получается не он там, а он the roof, ёпта. Он the roof, ёпта. Да. Roof, крыша, все правильно, у зданий. А да. Тут написано is on top. On top? Да, блять. Находится наверху. Какие дебилы, значит, составляли эту хуйню. Ну тут направило, блядь. Захочешь прыгнуть с крыши, короче, спросить не сможешь в Америке. Да. I like козу, нахуй. Суки, лошадь убили у меня. Мне нравится этот зоопарк. Ох, нихуя себе засада. Засада. Ура, я осилил места, нахуй. Пизду, блядь. Столь отдалённые. Да, нахуй. Теперь у меня предметы, блядь. И люди и хуй на блюде. У меня еще осталось, получается, половина вот этого, как он называется, скажем, блядь, как там, предел или рубеж, блядь, и еще два на. Я осилил. Я буду огонь, блядь! И у меня еще, блядь, дрочил потом. Да, ладно, добегаю я до сейва. Ты не спеши. Не спеши. Че не спеши? Охуеть! Заебись. Что? Дробовик опять отобрали?
Блять, уже пулемет отобрали, ёпта. О! Кто там у тебя все отбирает? Вороги! Враги, блять! Да заебись! Охуительно! Дошел до босса, все по новой, блять. Заебись. Так, я вот думаю, нахуй, может к воде надо идти после этих подземных аналов. Где смерть, короче, босс. Ну, конечно, да. Потому что там вода ядовитая, я что-то не понимаю. Я творю что-то. Неустойка за прожженный груз 4500, блять. Неустойка за что? За прожжение груза. Блять, процентов на 8 въебал, что ли? Ага. Я угадал. Ой, даже? Да, ты угадал прям процент в процент. Охуеть. Я один раз 35% груз въебал. Ха, нормально. Просто перевернулся вместе. О, нихуя себе. Не, я переворачивался, блять, 10% только уебывал груза, блять. Да я творог шатал, сука. Сор, блядь, нахуй, не выбешивай меня. Выбой высушу, нахуй, твоего разрыва. Бля, в натуре саундтрек просто божественный. Да нахуй. Да ёпта, зажали, суки, а. Иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй. Я. Туда летит. Ну, помнишь, не унимался, через уши протекал. Ай, на, не, на, не. Так. Ёбаный тюлень. Че, ты готов или как? Ща покурить схожу. Как обычно, ёпта. Че, как обычно? Курить начал, все хуйня. Стрим давай, ёпта. Ну давай, охуели, блин. Стрим давай. Мне будет? Все-таки зря я сюда приперся. Охуеть, я даже... Блять, только сказал, хотел сказать, без потери жизни дошел, блять, потерял жизнь, ёпта. Что я за человек, блять, а? Да ёб твою мать! Как этого пидора бить, нахуй? Пидоры идут, пидоры идут. Тик. Тик. Пиздец, зажали, нахуй. Хули да. Ты не прыгал, блядь. Опять по новой. Если здесь конты бесконечные, конечно. Да вот хуй его знает. Да я не про Макса игру, если что. Вот моей-то ясное дело, что бесконечно. Тут же сохранение. Это я дурак, тоже сейфстейт. Когда у меня все было, нахуй. Сейчас, блядь, пустой хожу.
Ну, типа, по хардкору прохожу без сейф-стейтов, вся хуйня. Так, наверх у нас. Да ёбаный рот, а! Коридор. Я хочу вон туда сходить. Иди нахуй, суки. Хоть зелье выпадает, может спасут никогда не жизнь. Да ёб твою мать! Сука! Нахуй! Наверх все еще хуй. Сюда я уже могу сходить. Так, ну чё, придётся, наверное, вниз в эти пещеры анальные, короче, плевать. С одной жизнью до босса дошёл, блядь, пиздец. Блять! Нихуя, с двумя, охуеть. Да, пиздец. Ну ёбано. По грифу, блядь. Какого хуя, да? Так вот. Не, это что-то я... Да, блядь. Далеко ушел, тут же где-то сейф должен быть. Попробую с этой стороны. Так, лисий хуй, иди отсюда. Пиздец. Ой. Переборщи. Только увеличение. Ну чё у тебя там? Ну сейчас ищу сохраняшку. Ты чё, уже накурился? Санька? Курился. Сучка всех пиздюками называет, а сам пиздюк же, ёпта.
И что, блядь? Эй, ёбана. На, блядь. Да ёб твою мать. Бук там ещё. Кто пиздюка, ну-ка? Хуй, ну-ка, ёб. Блять, стулья, идите нахуй. Правильно, что ты видишь, ну. Так, о, мне 17 тысяч рублей, на. Все, дошел до сохранения. Что, на этом заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Не разбегайте, сейчас будет этот Dead Space 2. Не прощаемся.